Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать обратно в Варлок проходит Римворлд. Короче, у нас процесс идет, бублик исследует, все нормально. Нам нужно навести порядок на базе, потому что хрень какая-то творится, все кругом валяется. Еще мне сказали, все говорят, что миниганы так себе оружие, но я не знаю. По-моему, они пока что работают, и как бы особо заморачиваться с этим я не буду. У нас двое человек с миниганами, правильно? Ну и нормально. Сколько нам человек с миниганами надо? Двоих? Трое с миниганами. Ну, это может быть опасно, конечно, но посмотрим. Думаю, большой катастрофы не случится. Нервный срыв ошарашен. У Давида Французова нервный срыв. Ну ладно, Давид, этот нервный срыв, значит нервный срыв. Хорошо. Ну, ничего хорошего, но пофиг. Так, давайте посмотрим. Кто у нас занимается вот ремеслом здесь? У нас, собственно, Давид и занимается этим ремеслом. Мы вроде бы переназначали, чтобы у нас ремесло люди делали, да? Так, а еще... Не знаю, у нас тут все занимаются переносом и уборкой под настроение. Но Папайрус у нас главный уборщик, я не знаю, хорошая ли эта идея. Зараженный корабль, ага. Фрагмент древнего судна. Ну, это мы знаем. Зараженный корабль, это мы в курсе. Мы уже с этим справлялись. Это у нас... В общем, надо сделать вот так вот. Постройка. Защита. И нам нужно мешки с песком поставить здесь. Спрятаться за мешки с песком и расстрелять этот дурацкий зараженный корабль. У нас тут все с миниганами, поэтому мешки с песком можно, в принципе, далеко не ставить. Ну, где-то вот, я думаю, вот так вот. Поставим мешки с песком. И наш народ должен построить их утром, когда проснутся. И мы придем сюда, станем всей толпой и расстреляем этот зараженный корабль. Папайрус, что ты делаешь? Подковы метаешь? Хорошо тебе, а у Давида Французова вон нервный срыв. Помог бы ему, что ли? Оп, упал в изнеможении. Красота. Ринкелон, что ты делаешь? Ты несешь хмель? Молодец. Кто-нибудь спасите Фрэнки. Спаси Давида, пожалуйста. Фрэнки. А, попытка арестовать. Не надо его арестовывать. А, он просто спит. Он спит. Ох ты, господи, боже мой. Кто-нибудь построим тебе, пожалуйста, мешки с песком. Кто у нас строитель хороший? 2. Вот, 9. Котофей. Уже используется аннигилятор. О, какой молодец аннигилятор. Какой молодец. Красота. Папи отравился крысятиной. О. Нервный срыв ошарашен. Котофей теперь ошарашен. Да что вы, блин, происходит? Котофей, ты чего? Блин, это наш снайпер со снайперской винтовкой. Я бы очень хотел, чтобы он с нами тоже пошел в бой. О, у Давид разделся. Все сложил. Красота. Просто молодец. Ну что, у нас тут мешки с песком достроены. Ну, не знаю, пойдем без Котофея, видимо, без его снайперки. Ладно, аннигилятор, Фрэнки, Папайрус... Бублик, нужен ты нам в бою? А, ты у нас вооружен пулеметом, знаешь что? Пошлите все. Все вперед. Ну, кроме некоторых нервных личностей. Сейчас будем расстреливать этот гребаный корабль. У кого там голодание? А, у Давида Французова. Ну, естественно. Естественно, у него голодание. Так, подожди, Бублик, знаешь что? Отдай-ка свой пулемет кому-нибудь другому. Отдай свой пулемет Папайрусу. Папайрус тебе за это даст миниган. Все, становись сюда с миниганом. Папайрус. Кто у нас еще? Еще кто-то шел вроде бы. Ага, вон, Ринкелон. Тоже с миниганом. Отряд с миниганами.
Так, ну уж прям вот так один к одному стоять не стоит, наверное. Как-то рассредоточиться хотя бы чуть-чуть. Вот. И верблюды пришли. И верблюды в атаку. Фрэнки, куда? Сажает область? Нет, нет, нет. Фрэнки, ты не сажаешь область. Ты к бою идешь. Ну. Поехали. А, наверное, надо сохраниться на всякий случай. Я что-то так нагло действую. Кошка. Кошка, пожалуйста, уходи. Мы тут атакуем корабль. Сейва 36. Корабль. Летучий голландец. Ангилятор, какого хрена ты ешь еду, когда тебе нужно, блин, воевать? А, вот они. Вот эти твари. Инферно пушка. Окей, давайте их по одной убивать. Все стреляйте в одну гусеницу. Вау! Папайрус, Фрэнки, знаешь что? Потуши, пожалуйста, мне этого Ринкелона. Он не хочет тушить Ринкелона. А, вот там еще маленький механоид. Ну, маленький. Вот этот механоид. Папайрус, беги. О, боже. Окей. Я подожду. Я подожду с нападением на этот корабль. Пускай пока что тусуется. Я намек понял. Корабль большой. В нем три механоида. У одного из них ядерное оружие тактическое, которое убивает всех. Я, наверное, не буду на них сейчас нападать. Я подожду, пока все мои поселенцы, которые способны воевать, выйдут из нервного срыва. Я возьму гранаты какие-нибудь, еще что-нибудь такое. Или нет. Или я еще раз на них нападу. Потому что я не знаю, что для меня хорошо, что для меня плохо. И теперь верблюд напал на нас, на моих поселенцев. Нет, подождите. Я хочу загрузить и остановить сразу, чтобы никто в них не стрелял в этот корабль. Не надо в него стрелять. Я прошу прощения за эти загрузки, но я явно не понял, что этот корабль умеет делать. Я явно не ожидал, что они могут стрелять ядерным оружием, которое убивает сразу всех. Я надеялся, что они только автоматическое оружие применяют, но, видимо, я был неправ. Окей, нет! О, боже мой. Аннигилятор. Твой пулемет нам нужен. Ну, теперь у нас здесь механоиды со стрелковым оружием, что, наверное, не так плохо. Но если, ну, ладно, если мы, ты Ринкелон, ты скажи, ты что стреляешь в этот в долбанный, блин, корабль? Оу, Ринкелона ранили. Ну ладно. А, ну, если сейчас все удастся, то я не буду загружаться. Если нам кого-то убьют, значит нам кого-то убьют. Что сделаешь? Да, миниганы. Я вижу, в чем проблема миниганов. Проблема миниганов в том, что они косые, как хрен знает что. Они вообще никуда не попадают. Да. Это проблема, я согласен, на 100%. Большая проблема. Диа, знаешь что?
Спаси, пожалуйста, Ринкелона. Иди сюда. Ты нам нужен. Остался один жнец. Мы его почти добили. Он стреляет в наших верблюдов. Верблюд героически своим телом закрывает Фрэнки. Какой героический верблюд. Отлично, мы всех убили. Все свободны. Миниган, наверное, надо забрать. Да. Папайрус и аннигилятор сразу решили поесть немножко. Знаешь что, бублик, отнеси миниган на склад, пожалуйста, да. Ну, в общем, интересно этот. О, этого можно модифицировать. А, я думал с него снять этот. Руки можно. Ну, видимо, нельзя. Ну, ладно, выключение просто сделаем. Ну, это было весело. Я, конечно... Верблюд лежит. Кто-нибудь, спасите верблюда. Есть кто у нас? Бублик занят спасением верблюда. Бублик занят спасением минигана. Скажем так. Окей, ну мы живы. Давид французов более не ошарашен. Это хорошо. Очень хорошо. Кто-нибудь спасет верблюда? Лечит аннигилятор. Бублик, что делаешь? Спит. Все спят. У нас сейчас верблюд помрет. Спаси, пожалуйста, верблюда, Бублик. Мы с него шерсть добываем. Я прошу прощения, что я тебя проснул. Головная боль пронизывает черепа ваших поселенцев. Отлично. Контейнеры и еще сталь. Нужно... У нас стали дофига. Мы можем все построить. Я знаю, что я, может быть, немножко неправильно сделал, что тут загрузился. Но такая вот фигня. Такая фигня. И что сделаешь? Я не рассчитал. Я не знал, что там могут быть вооруженные ядерными ракетами воины. Давид французов спит на складе. Вооруженные ядерными ракетами воины... Эти воины улитки, в смысле гусеницы. Поэтому я был немножко в шоке. Точнее, я совсем был в шоке. И в следующий раз я буду знать и не буду так кучей становиться. Мы же видели, когда они просто со стрелковым оружием были, то мы их победили без особых проблем. Так что... Блин, кругом одежда. У нас все раздеваются. У всех плохое настроение. Что у них плохое настроение? Вот, Давид, что у тебя плохое настроение? Сильная боль, мой друг умер, беспокойный сон. Продан заключенный. Ну и что? Не вижу проблем. У Ринкелон обнаружена инфекция. Окей, кто у нас доктор? Мистер Диа, вы не могли бы полечить нам? Я знаю, что ты спишь, Диа. Я знаю, что ты спишь, у тебя... Ах, почти сломлен. Капец у него настроение у Диа. У аннигилятора нервный срыв. Он в бешенстве. Кидается на всех. Очень хорошо. Он напал на кошку. Замечательно, кошка, убей его. Окей, аннигилятор сейчас убьет кошку. Классно, зашибись. Блин, аннигилятор, зачем ты это сделал? Да, у нас проблемы с хорошим настроением в колонии. Я Диа не хочу сейчас будить. Я знаю, что Ринкелона надо вылечить. Но если я сейчас буду будить Диа, то у него тоже будет нервный срыв, блин. О боже, этот аннигилятор уничтожает всех кошек. Нам нужно его образумить. Давид французов, иди в ближний бой с аннигилятором. Ты у нас мастер рукопашного боя. Наваляй ему, пожалуйста. А то он всех кошек перебьет. Вот так вот. А теперь спаси его. Класс, у нас все в больнице. Просто все. Да уж.
И единственный доктор у нас спит. Себя не контролирует. Фрэнки, ты у нас доктор? Медицина 0. Не умеет лечить. Отлично. Диа, ты долго будешь спать? Скажи мне честно. Ну, нам нужно, чтобы аннигилятор срочно проснулся и полечил Ринкелона. Короче, хорош дрыхнуть. Оказывай помощь Ринкелону, потому что у него заражение, это плохо. Здоровье. Заражение. Ну вот, оно было обработано, поэтому все не так плохо. О, да. Было бы отлично, если бы мы вот этого нового себе завербовали человека в колонию. Было бы просто замечательно. Ну а так, какая у нас сейчас ситуация? Ситуация у нас только одна проблема. У нас проблема с... Блин, у нас сейчас весь хмель испортится, который на улице. У нас проблема с моралью. Из-за морали у нас постоянно нервные срывы. Из-за нервных срывов у нас никто ничего не делает. Из-за того, что никто ничего не делает, плохая мораль и так далее и тому подобное. Бублик, перенеси, пожалуйста, вот этот хмель. Я знаю, что ты исследованиями занимаешься, да? Перенеси хмель, пожалуйста, пока он весь не испортился. О, боже мой. О, взрыв. На полях. Папайрус, ты ранен? Я прошу прощения, потуши огонь, пожалуйста. Спасибо. Так, Бублик, я тебя попрошу еще раз перенести хмель. Я извиняюсь, что я тебя заставляю это делать, но мне нужно его убрать отсюда, иначе он весь испортится под дождем. Прям капец, как нужно перенести весь этот хмель, потому что хмель улучшит нам настроение. Всей колонии. Спасибо. Бублик, ты настоящий друг. Еще вот эту ткань надо перенести тоже. Она тоже скоро испортится. Из этой ткани мы хотели делать лекарства. Аптечки, в смысле. Это же так просто, так быстро переносить. Налет! Две гусеницы. Инферно-пушка. Инферно-пушка. Две гусеницы с ядерными... ракетами идут на нас. Ну, я скажу, что я не знаю, что делать. Сейв 37. Ядерные гусеницы. У нас все ранены. Вся движуха ранена. У этих гусениц на вооружение ядерные ракеты. Я не очень представляю, что мы будем с этими тварями делать. Возможно, мы будем делать с ними то же, что делали в прошлый раз. Но уж точно нам не стоит толпой становиться в одну кучу, как я возле этого корабля делал. Это довольно быстрые гусеницы, смотрите какие. Знаете, что мы попробуем? Мы попробуем хитрый маневр, как мы делали с гусеницами, у которых были миниганы. Папайрус, иди сюда, короче. Папайрус будет пользоваться тем, что он снайпер, великий стрелок, полностью здоровый. Ну, только у него этот, правая кисть отстрелена, но это фигня. Папайрус, зачем ты с собой страуса привел? Папайрус будет стрелять по этим гусеницам, он не даст им дойти даже до базы, до нашей. Вот он, смотрите. Вау! Окей. Осторожнее надо быть. Сейчас они из-за угла появятся, он в них постреляет и убежит. Смотрите. Страус, уходи отсюда, я тебе не говорю. Это не место для страусят. Вот. А! Окей, была плохая идея. Была плохая идея, была отвратительная идея. Фрэнки, туши огонь на Папайрусе. Папайрус, беги, беги, беги к черту. О боже мой.
Папайрус, все в порядке? Ты потушил огонь? О, боже мой, нет-нет. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет, Фрэнки. Туши огонь на Папайрусе. Это была самая плохая идея в моей жизни. Окей, Папайрус, ты свободен. Ты больше не будешь сражаться. Фрэнки. Папайрус снял шляпу. Зачем ты снял шляпу? Непонятно. Но он снял шляпу. Что бы это ни значило. Аннигилятор, куда ты идешь? Ты идешь тушить пожар? Это будет не обязательно. Ты... Где твой пулемет? У тебя где-то здесь был пулемет. Экипируй миниган, пожалуйста. Котофей, экипируй винтовку. Нам нужно срочно собираться. Фрэнки, сюда иди. Бублик, ты у нас вооружен тоже миниганом. Ты нам тоже потребуешься. Иди сюда скорее. О, боже мой. Эти долбаные гусеницы уничтожат нас. Котофей, где твоя винтовка? Иди сюда скорее. К бою. Кто у нас еще есть, кто может воевать? Так, Бублик здесь. Эти все ранены, блин. Ах. Они стреляют по моему верблюду. Они стреляют из ядерных ракет по моему верблюду. Я против. Я не согласен. Подходите к моим турелям, грёбаные гусеницы. Мои турели сейчас вам покажут, что к чему. Вот. Давайте турели. Стреляйте в них. Я надеюсь, я смогу из них эти ядерные пушки достать. Я бы с радостью пострелял. Я вижу, что верблюд горит. Если верблюд сгорит, то значит верблюд сгорит. Вроде турели неплохо расстреливают этих гусениц. Эти гусеницы, несмотря на их ядерное оружие, достаточно тупы. Они стреляют в этот, в верблюда. Прости, верблюд, но ты свою работу делаешь сейчас. Котофей, иди вот тоже сюда, постреляй по ним. Ринкелон, ты у нас что? Ты у нас идешь тушить пожар, да? А где твой миниган? Или чем я тебя вооружал? Почему ты не этот? Почему ты не вооружен? Где-то твое оружие лежит. А, на склад мы его отнесли, да. Точно. Иди экипируй миниган. Потом будешь тушить пожары тут. Эти гусеницы, они стреляют ядерными ракетами в наши турели, что меня не особо пугает, если быть честным. Папайрус, ты чё пришел? Ты разве не должен лечиться? Я, ты понимаешь, его хлебом не корми, дай пострелять. Ну вот он и сейчас сгорит. Фрэнки, туши огонь на Папайрусе, пожалуйста. Нервный срыв, поджигатель. У Ринкелона нервный срыв, отлично. Спаси Папайруса, пожалуйста. Убейте эту гусеницу, я прошу вас. О боже, они все умерли. Окей, все свободны. Ринкелон поджигатель. Поджигает. Диа стоит. У нас где-то из-за дождя произошло нервный срыв. Ринкелон убивает. Ринкелон убивает кошек на базе. Все были подстрелены. Все сгорело. Хорошо, что дождь шел. Окей. Это... Ситуация выглядит не очень. Диа, что ты там делаешь? Прячется. Фрэнки, не надо.
Не надо стрелять в Ринкелона, не надо убивать его. Просто оглуши его, будет все в порядке. Аннигилятор, помоги ему. Отлично. Аннигилятор, спаси Ринкелона. О, да. Вау! Какая у нас веселая серия. Диа, ты должен всех лечить. Контейнеры криптосна исследованы. Отлично. Хотя бы исследование идет. Можно энергетическое оружие исследовать. М? Корабельный реактор. Наверное, нужная штука. Оу, вау. Диа, что ты собираешься делать? Спасает кошек. Диа спасает всех кошек. Молодец. Спаситель кошек. Я знаю, что ты лечишь кошек, но этот... Я буду благодарен, если ты полечишь, например, Ринкелона. У которого... Заражение глубокое. М? Ты его лечишь, что ли, без медикаментов? Почему? Хороший вопрос. Просто замечательный. Ну, на этом моменте я закончу. Колония, конечно, имеет множество проблем, скажем так. Например, пулемет, который лежит под дождем и портится. Наше самое лучшее оружие. Кто-нибудь, отнесите этот пулемет, пожалуйста. Да. Ну, а пока что я надеюсь... Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если это так, новый рекрут, ей... Фрэнки завербовал Талбота. Это очень хороший момент, чтобы закончить серию. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если это так, то нажмите кнопку лайк под видео. Это вы огромную помощь окажете. Хотите смотреть продолжение, конечно. Подписывайтесь, а я благодарю вас за просмотр. И мы увидимся в следующий раз.